Ассаляму алейкум, мои братья и сестры. Алхамду лиллахи раббиль аламин. Находимся в Москве, аэропорт Внуково. Хвала Аллаху, Господу миров, что мы дожили до этих дней. Сегодня 4 июня, сейчас уже, иншаллах, будет 5, и мы улетаем совершать хадж, священные места в Мекку и Медину. Делайте дуа, братья, мы тоже, иншаллах, будем просить у Всевышнего, что каждый мусульманин побывал там и, иншаллах, посетил эти священные места. Сейчас, альхамдулиллах, вот братья собираются, все получаем сумочки, иншаллах. Вот это наш руководитель, наш брат, который гид, да, иншаллах. Полностью будем показывать, рассказывать, как мы будем совершать хадж, иншаллах, какие процедуры будем проходить, какие обряды будут. Полностью будем выкладывать, чтобы была польза, иншаллах, другим, если вдруг кто-то будет собираться на следующий год хадж. Иншаллах, обязательно ставьте лайк, делитесь, пишите комментарии. Иншаллах, завтра утром будем уже в Дубае, а послезавтра, или уже вечером, иншаллах, будем в Медине. По воле Аллаха. Альхамдулиллах, аэропорт Внуково. Так что, братья, продолжайте, иншаллах, нас смотреть. И каждый вечер, иншаллах, по Москве время, по Москве 8 или 9 будет прямая трансляция с Медины и также с Мекки, иншаллах. Так что я надеюсь, всем полностью, иншаллах. Вот каждый паломник сейчас, альхамдулиллах, получает сумки, визу. Да, Умарова. Умарова, болдак. Бисмиллях. Ага. Умаров болса. Умаров Азиз. Да-да. Альхамдулиллах, вот я тоже получаю. Вала Аллаху. Вот. Сумочка, полная инструкция, коврик для намаза. И также, ой, машаллах, смотрите, тут еще еда, оказывается, дает. Рахмат. Ой, извини, брат. Так, можно, да, сюда я пока положу? Вот, альхамдулиллах, потому что у нас рейс будет очень поздним и даже ранним, я могу сказать. И, альхамдулиллах, вот мы получили все, что нам необходимо. Вот такие дела, братья. Обязательно делайте дуа за нас. Мы тоже будем просить у Всевышнего. Берегите себя. Всем ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, варахматуллахи баракатух. Уважаемые братья и сестры, уважаемые подписчики, всех вас приветствую с благословенным днем, Йомуль Джумга. Аллах тебя примет, все ваши садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Строится Краевой соборной мечети города Перми по адресу Бульвар Гагарина, 74, а продолжается. Вносите свои сбережения, свои садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Пусть Аллах Тааля примет все ваши благодеяния, садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух.